Так, друзья, сейчас мы будем у Вовы удалять личинку овода из-под кожи. Вот такая тварь водится в Амазонии. Даже их довольно много здесь. Оводы, которые способны поселиться в людях. Благо, Россия от этого избавлена. Да, вот так просто. Итак, побольше спирта. В общем, сначала надо ее вазелином замазать и на несколько часов, чтобы эта дрянь внутри задохнулась. Ну, начала задыхаться. Типично, как клеща удаляют сначала вазелин. Хотя я лично клеща предпочитаю выдернуть сразу. Так. Всякие паразиты случились. Вовке в зубы что-нибудь надо дать. Зачем? Чтобы он не сломал себе челюсти. Да ладно. И не проглотил свой язык. Нормально. От боли. Да, ну, не надо, все надо видеть, иначе. Нет, там просто вылетит, мне. Да и ладно, вылетит. О, смотри. Пошло. Это что-то другое, кстати. Ну. Это реально что-то другое. Это не. Это более мелкий овод. В принципе, там было дернуть, наверное, честно. А, ты можешь его срезать просто пинцетом. Ну, тянуть его надо. Ну, костями не подцепьте. Давай я его потяну. Подожди, не а надо. Ты его подаешь. Там все, он растекся. Нет, он уходит просто. Уходит? Да. Да, ну, значит, там как цепень он цепляется. Дави сильнее. А, он там лопнул, короче. И помер внутри. Ловко. Ну, значит, просто ты добавил прям салфетку. Это лучше салфетка, вот спасибо, так будет более лучше. Блин, пинцет. Да какой не будем. Блин, вот этими щипчиками, да, только обрезать. Да. Вот, в принципе, ты взялся делать до конца. А что тут делать-то? Да все, уже там нет ничего. Он просто раздавился там, и ну, все. И ладно. Ты его не вытащишь так. Побавить тут тоже. Ты теперь с разных сторон ее вот так. Давай, и вот сейчас, так сейчас, тоже. Сейчас. Сосед как бы по мне, чтобы. У него оболочка лопнула. Все, он вытек. Из кармашка становится. Вот я тело растворит его. Ну понятно. Там Ну, он, короче, лопнул. А это? Все остальное. Ну, это не тупец был. Не тупец? Нет. Это может тебе в ране отложить.